В Видном ежегодно в июне на стадионе «Металлург» проходят открытые турниры по футболу среди любительских команд. Организатором выступило местное отделение партии «Единая Россия». 6 коллективов любителей вышли на поле, чтобы в честной борьбе завоевать победу. Все люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни, играют в футбол и показывают примером, своим примером доказывают, что у нас здоровая, как говорится, страна, вот, и нам надо развиваться в правильном направлении, как говорится, развивать спорт, развивать футбол. Для Романа Бартяева этот вид спорта имеет особое значение. В детстве он тренировался под руководством талантливых футболистов, а теперь сам, будучи капитаном команды «Максима», подает хороший пример своим партнерам. Футболом давно занимаюсь. Играл здесь за «Дешор Олимп» 98 года. В принципе, сложностей вообще никаких не возникает. Главное – желание и борьба. Каждая команда должна сыграть несколько матчей, ведь призовые места зависят от количества набранных очков. Хороший результат в этом турнире показали опытные спортсмены из торгово-промышленной палаты Ленинского района. С точки зрения подготовки, ну, в общем-то, мы всегда играем и готовимся к подобным мероприятиям, поэтому для нас, в общем-то, это не тяжело. Но для футбола главное тот неповторимый азарт, который овладевает игроками. Футболисты-любители признались, что независимо от результата, они получили удовольствие от игры и обязательно примут участие в турнирах в будущем.